Не знаю, чего хотела Мона. Того же, что и я, или нет. Убить тех, кто за ней охотился. Пуля, настоящая или воображаемая, создавала пути ее синапсов, направляла ее. Она добралась до назначенного на снос дома, когда я был внутри. О чем думала, не знаю. Макс, я на месте. Ты где? В здании под снос, на краю площадки. Иду наверх. Я на другом конце. Попробую вылезти на крышу и осмотреться. Потом. У меня тут небольшая заварушка. До связи. Ну ладно. Ладно, мы тут надрываемся. Таскайте ящики, потому что здание скоро снесут. А что нам делать с телами? Они что, должны в воздухе раствориться, когда здание взорвется? Непорядок! Босс разберется. Уж доверься его злому изощренному уму. 12-й эпизод Max Payne 2. Пути ее синапсов. Играем за Мону. Где-то там спрятался. Получай пулю, ублюдок. Так, что у меня из оружия? У меня из оружия, в принципе, мало чего. Так, давайте я помповое ружье, наверное, возьму пока. Так, там еще один тип. Вон он стоит. Он в меня даже с замедлением, собака, попал. Применяем обезболивающее, деваться некуда. Так, давайте дробовик, сейчас он точно понадобится. Так, отходим, уходим. Сейчас они должны будут, сейчас сюда сбежится просто куча народу. И нужно их встречать, допустим, вот здесь. Вот они сейчас начнут отсюда выскакивать просто толпами. Блин, у меня патронов в берете-то мало. Помповое ружье тогда используем. Блин, сука, какой ты живучий ублюдок. Ты сдохнешь, нет? Их сейчас вот вывалится еще. Так, применил обезболивающее. Сейчас еще прибежит несколько. Дробовик в упор не берет. Как это объяснить, я не понимаю. Так, завалил трех. По-моему, больше не должно быть. Поднимаемся наверх. По этим лесам. Две береты возьмем. Хорошее оружие. На средней дистанции пистолеты хорошие. Хорошо работаю. Так, меня там поджидают за ящиками. Так, этот есть там. Тут еще один должен быть, нет? А, он один был, да, здесь? Окей. Где-то здесь должны быть аптечки, я это помню. Нет, здесь тупик. А, аптечки будут дальше. Окей, поехали вниз тогда. Вот в этом красном ящике три пачки обезболивающих. Так, Ингрэм я могу использовать, в принципе, Ингрэм. Давайте пока на Ингрэм перейдем. Так, там меня поджидают уже, это очевидно. Я предлагаю включить замедление. Блять, меня изрядно ранили. Так, применяем. Да что ж такое, сколько у вас тут? Так, у меня закончились, что? Патроны снайперки закончились. Чего она оружие поменяла, я не понял.
еще две пачки обезболивающего применил. Я не понял, а что она убрала-то снайперку? У меня же снайперка-то была. Нормально все, снайперка была. Не знаю, зачем она ее убрала. Может быть, у меня мышка глючит, не знаю. Так, где-то здесь должно быть еще обезболивающее. Все патроны собираем. Так, где-то по мне стреляют. Не очень понял, откуда. Ага, вон он где. Получай, ублюдок. Так, нет, здесь обезболивающих не будет. Так, вот отсюда сейчас куча народу прибежит. Ау, ребят, вы где? Так, бегут. Встречаем. Так, каким оружием встречать? Ингрэмами, наверное. Давайте двумя ингрэмами. Так, сейчас еще набегут. Тут их до хрена. Так, второй. Тут их штук 5-6 сейчас прибежит. Проверено. И это еще не все. Сейчас еще будут, я вас уверяю. Че, все что ли? Что-то мало. Я когда первый раз проходил, тут человек 5-6 выбежал. Но одного я пристрелил. Так, там есть еще кто-то. Наверху. Так, он идет сюда, отлично. Идет прямо к нам в руки. Нет, он не хочет сюда идти с собакой. Так, давайте сюда МП5 возьмем. У него есть оптика. Так, снял этого черта. Я бы... Так, давайте применим все-таки обезболивающее. Осталось всего одно. Тут, конечно же, не... Как определить, сдох чувак или нет? Если он оружие из рук отпускает, значит все, значит я его убил. Потому что он может дергаться, дрыгаться. Но если в руках у него ствол, то он очухается и продолжит стрельбу. Так, там чувак. Давайте снимем со снайперки, наверное. Снял. Так, сейчас может... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Меня здорово зацепили. Снял. Так, пришлось применить обезболивающее. Ни одного обезболивающего не осталось. Так, как только я сейчас завалю третьего, там третий сейчас будет, выбежит 6 спецназовцев с двух сторон. Вот, сейчас надо будет со спецназовцами биться, это будет жесть. Так, это один, где остальные? Так, это 6. 3, вернее. Еще трое сейчас должны быть. Так, давайте калаш берем. У меня калаш теперь есть. У них это брал. Сейчас еще 3 чувака должны быть где-то с этой стороны. Вон они. В масках. Огонь направляется! Блять, они в меня разрядили кучу. Так, я их прикончил. Сейчас будут аптечки, но они все уйдут тут же моментально. Так, здесь где-то должны быть аптечки, я это помню. Вот, вот, я медицинский ящик. Забираем 3 пачки обезболивающего. Все тут же потратил, тут же просто. Так, и где-то здесь должна быть прозрачная стена. Там есть секретка. Тоже бы ее найти. Там должно быть обезболивающее еще одно. Так, этот ящик я обчистил, да? Слушайте, надо вернуться назад. Там где-то должен быть секрет с еще одной пачкой обезболивающего, я вам точно говорю.
Блин, мне не по... не очень пойму, куда идти. Где-то он был. А, может быть, там? Нет. Блин, я не пойму. Нет, это значит, надо возвращаться. Здесь нет никакого секрета. В принципе, это уже должен сейчас, по идее, быть конец уровня. Я просто не хочу аптечку пропустить. В следующих миссиях она понадобится однозначно. Я вообще что-то не пойму, а куда идти-то? Что от меня хотят, я вот не пойму. Я не понимаю, куда двигаться дальше. Здесь везде тупики. Комната, что ли? Так, сюда. Ага, и вот комната с прозрачной стеной. Здесь где-то должен быть тайник. Ага, вот по этим ящикам сейчас нужно будет запрыгнуть. Эти парни неплохо закупились. На целую армию. Профи, ничего не скажешь. Так, вот здесь тайничок. Патроны пустынному орлу. И самое главное, пачка болеутоляющего. Не повредит. Так, куда дальше? На босса и бац! Снежная королева делает вот так. Она хочет босса. Сильно хочет. О, да. Двигайся, детка! Двигайся! Да, забавно. Точно. Странно. Вот балбес. А? Опа, я здесь, оказывается, не один. Я думал, уже конец миссии. Нет, тут еще меня ждут. Так, ну этих ребят из калаша сейчас прикончу. Так, аптечки смотрим. По-моему, здесь... Хрен из два, аптечек нету. Так, давайте посмотрим еще раз. Я не хочу... О, нет, меня ранили здорово. Там чувак... Я вообще без здоровья. Блять, аптечек нету. Я что, следующую миссию начну без аптечек и практически с минимум здоровья? Получается так. Там все, конец уровня. Мне кажется, где-то я пропустил обезболивающие. Ладно, хрен с ним.